Добрый вечер. Вы смотрите новости на телеканале «Енисей». В студии Яна Макаренко. И главное к этому часу. 19 человек, включая двоих жителей Красноярска, погибли при крушении вертолета на Ямале. Какие версии авиакатастрофы рассматривает следствие? Снег, метель и сильный ветер пообещали краевые синоптики на выходных и в начале следующей недели. Какой день станет самым холодным? Краевые таможенники обучили служебных собак находить крупные суммы денег по запаху. Как это происходит и где тренируются четвероногие помощники? Специалисты департамента транспорта провели рейд на остановках. Какие нарушения допускают водители маршруток и как их наказывают? Итак, на Ямале потерпел крушение вертолет Ми-8, который летел из Красноярского края. 19 человек погибли, среди них двое красноярцев. Они были членами экипажа. Еще трое человек пострадали с тяжелыми травмами. Их доставили в больницы поселка Уренгой и месторождение Заполярный. Отмечу, что вертолет перевозил вахтовиков подрядной организации «Роснефть» с Узунского месторождения в Новую Уренгой. Воздушное судно потерпело крушение на удалении более 40 километров от поселка. Как отмечают в авиакомпании «Скол», вертолет был в исправном состоянии. Им управлял опытный экипаж, но условия видимости были плохими. В поисково-спасательных работах задействовали более 170 человек и около 30 единиц техники. На месте крушения уже найдено оба черных ящика. В ближайшее время их отправят на расшифровку. Возбуждено уголовное дело, и сейчас рассматриваются три версии случившегося. Отказ техники, неблагоприятные метеоусловия и нарушение правил эксплуатации. Продолжает работать телефон горячей линии МЧС России. Списки погибших уже опубликованы на сайте МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу. Место падения данного вертолета было обнаружено с помощью второго вертолета авиакомпании «Скол», и на борту которого находились медики и спасатели. Была осуществлена посадка. Сразу же был погружен один пострадавший, который находился там, и которого доставили в больницу поселка Уренгой. После этого проведены работы по разблокировке борта вертолета, так как он упал на бок, завалился на правый бок, и возможности выбраться туда пострадавшим не было. В связи с этим было принято решение вскрытия борта данного вертолета. В ходе проведенных работ были обнаружены еще два пострадавших. Сильный ветер, снег и даже метель обещают синоптики в крае выходные и в начале следующей недели. В воскресенье ветер будет дуть со скоростью 9 метров в секунду, в понедельник усилится до 13-18 метров. Среднесуточные температуры воздуха будут ниже нормы на 3-5 градусов. По ночам в выходные дни столбики термометров опустятся до отметки минус 10-12 градусов. Днем в воскресенье до минус 5. Ярких солнечных дней ждать не стоит, и в выходные, и в начале следующей недели прогнозируют переменную облачность. В понедельник и вторник по ночам от минус 8 до минус 11, днем до 3 градусов ниже 0. По данным гидрометцентра, самым холодным днем будет среда. В светлое время суток минус 8, облачный снег, а ночью до 10 градусов мороза. На севере у нас здесь в связи с выходом циклона с побережья ожидается снег, метели на юге Таймыра, местами сильный снег, порывы ветра 13-18 метров в секунду, местами 23-25 метров в секунду по северо-востоку. Температура в течение суток минус 5-10. Ну и в дальнейшем по мере смещения на юго-восток и венки циклона здесь начнется похолодание, и начнется составит в начале следующей недели порядка 13-18 градусов. Строительство детских садов, переселение из аварийного жилья и повышение зарплат бюджетникам. Как выполняются эти и другие майские указы президента в крае, обсудили члены регионального отделения Общероссийского народного фронта. Как отметили активисты, в целом край хорошо справляется с поручениями главы государства. К примеру, благодаря активному строительству садиков, очередь в дошкольные учреждения значительно сократилась по сравнению с прошлым годом. И тем не менее, проблема остается, и общественники принимают участие в их решении. После вмешательства членов ОНФ удалось устранить строительные недоделки в домах, сданных в рамках программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья» в Ачинске, Канске, Березовке и Енисейском районе. Также Народный фронт стал инициатором законопроекта, который предполагает создание вокруг Красноярска и других городов зеленого щита, в пределах которого будет запрещено рубить лес. Закон вступает в силу с 1 января.
В целом, обеспеченность детскими садами, мы считаем, достаточно удовлетворительная. Больше того, я скажу, вот в городе Сосновоборске практически это первый пример. Там уже в детских учреждениях стали создавать ясельные группы. О чем речь, кстати, в указе президента не шла. То есть это тот пример того же, как и органы власти откликаются и, вернее, понимают и выполняют требования. Другие предложения члены штаба обсудили на конференции. В ней также приняли участие представители исполнительной и законодательной власти регионального и муниципального уровней, а также депутаты Государственной Думы Юрий Швыдкин и Михаил Яшин. Список конкретных предложений общественники затем передадут губернатору края и председателю правительства. Перед членами штаба также выступил Юрий Швыдкин, который рассказал о результатах работы группы Народного фронта «Общество и власть», председателем которой он является, а также о своей деятельности уже в роли депутата Госдумы. Предполагается 2 недели это пленарное заседание, неделя работы в комитетах и всего лишь неделя работы с жителями. Ну, это смешно просто-напросто. То есть очень мало времени, конечно. Сейчас будем выходить с предложением, чтобы увеличить количество дней на работу с жителями. Красноярские таможенники научили служебных собак находить по запаху крупные суммы денег в багаже пассажиров. Животные не определяют номинал, купюру или валюту, но если человек везет большое количество денег, обязательно их почувствует. Екатерина Погорелова с подробностями. Ежедневно в аэропорту Емельянова в международном терминале проводят таможенный контроль с собакой. Ищут запрещенные товары, которые нельзя провозить через границу. Немецкая овчарка по кличке Руди на таможенной службе состоит уже 1,5 года. Ее работа – находить крупные суммы денег по запаху. По закону вывозить можно любую сумму до 10 тысяч долларов. Чтобы без труда находить нарушения, каждая собака проходит специальное обучение. Вот на таких свертках. Это настоящие деньги, которые вывели из оборота. Собака знает их запах и без труда их найдет, как ни упаковывай. Ведет она себя в зависимости от того, где лежит, как лежит. По собаке можно понять, что она нашла. Обозначение у нее сигнальное либо укладка, либо усадка, в зависимости от того, насколько высоко находится искомое вещество. А если высоко, то это собака встанет на задние лапы и укажет носом. Если это средняя высота, это будет усадка и целеуказание носом, опять же. Если это совсем низко, то это будет укладка и обозначение носом. У каждой собаки, которая состоит на службе, есть напарник. Вместе они проверяют багаж пассажиров, которые летают международными рейсами. После активной работы обязательно поощрение. Играть с мячиком Руди может часами, но не отходит от кинолога. Состоят собаки на таможенной службе уже 8 лет. Причем это полноценные сотрудники, у которых есть график работы и тренировок. Оттачивают свои навыки не реже, чем 3 раза в неделю. Собаки прошли обучение. У нас есть учебные центры специальные. И причем у нас собаки, они все имеют аттестационные листы. То есть документ, который подтверждает умение собаки и ее право работать именно на поиск определенных веществ. Сейчас в таможне 11 служебных собак. Это немецкие овчарки, лабрадоры и русский спаниель. И мимо такой команды контрабанда точно не пройдет. Екатерина Погорелова, Павел Потылицын, новости. Сотрудники департамента транспорта администрации Красноярска вместе с представителями компаний-перевозчиков провели рейд на остановках общественного транспорта. Следили, как водители автобусов ведут себя во время посадки и высадки пассажиров, своевременно ли закрывают двери, не проезжают ли мимо остановочных пунктов. Все нарушения фиксировались, и если они незначительные, уведомления о них будут направлены на предприятие. На серьезные составят протокол. Всего с начала октября в ходе проверок было зафиксировано 21 нарушение. Работу водителей автобусов проверяют не только в ходе открытых рейдов, но и с помощью скрытых патрулей. Это уже, как правило, мы работаем с отделом ГИБДД города, где инспектора технического надзора садятся в гражданский автомобиль с нашим сотрудником и следуют за автомобилем. И на конечном пункте уже показывают ему все нарушения и привлекают, если есть такие, к административной ответственности. В Красноярске проходит фестиваль по профессиональной робототехнике «Робопроф». Участие в нем принимают более 1000 юных инженеров. Самым маленьким всего 7 лет. Соревновательная программа состоит из 2 направлений – это программирование и создание роботов. Участник в специальной компьютерной программе должен прописать каждое самостоятельное движение машин. И порой это получается не с первого раза, но каждый из школьников путем проб и ошибок в итоге задает нужную траекторию.
собираются, можно так сказать, блоки, как кирпичики в Лего. Соединяешь программы ниточками, сетями и ставишь определенные значения. То есть скорость там на 1000, обороты в минуту 1000. Вообще, вот в робосумо они сталкиваются, и кто кого перетолкает. Вот. У меня робот вообще мощный. Мощность поставил на 1000 оборотов в минуту сотня. Так что есть возможность выиграть. У моего программа очень легкая. Просто движение вперед на 30 секунд. И все. Специалисты отмечают, что сейчас к робототехнике в нашем крае особый интерес. Подобные форумы стали хорошей площадкой для развития этого направления. Здесь можно увидеть работу не только начинающих программистов. Например, сыграть в шахматы на такой вот доске может каждый. В программу встроено 13 различных уровней игры. По словам изобретателей, человеку удалось одержать победу лишь однажды. Ребята, которые сегодня участвуют в различных робототехнических соревнованиях, фестивалях, которые приходят в кружки и центры молодежного инновационного творчества, завтра они будут крайне востребованы на рынке труда. Родители это понимают, дети это понимают, и поэтому сегодня это направление оно становится таким одним из самых популярных и востребованных среди детей и молодежи. В Красноярске состоялась творческая встреча, посвященная наследию советского и российского политика Евгения Примакова. Участники дискуссии, среди которых местные политики, ученые и предприниматели, сошлись во мнении, что труды Примакова остаются по-прежнему актуальными и даже назвали их своего рода политическим завещанием стране. По мнению специалистов, идеи Евгения Максимовича могут служить ориентиром для российской внешней политики, отстаивающей национальные интересы и при этом стремящейся к открытости. На встрече вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин торжественно передал уникальное издание трудов Евгения Примакова крупнейшим библиотекам Красноярска. Мы издали еще в прошлом году 10-томник, который мы сейчас хотели бы подарить и торгово-промышленной палате, Центральной Сибирской торгово-промышленной палате, и руководству, и всей общественности Красноярского края, потому что именно в этих трудах собрано практически все научное и культурное наследие, которое оставил после себя Евгений Максимович Примаков. И к этой минуте это все сообщения. Телефон для ваших новостей 236-0136. Комментарии к сюжетам оставляйте на нашем сайте enisei.tv.